Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной обзор. Решил сегодня сделать видосик по еще одному такому, скажем так, интересному герою. Правда, не уже не особо востребованному. Это такая вот будет у нас Тесса. С пактом, с доспехом, с ремочкой, панчбокс, в общем, все дела. Герой обалденный, имеет неплохие показатели атаки, скорость атаки. Атаку увеличивает себе скорость атаки на 275%. То есть бешеная, реально очень бешеная. Плюс дополнительный урон у нее есть, это ее кулак. Так, давайте попробуем. Начнем с подземочек. В рейде, думаю, тестить смысла нет, ее будут шатать. А вот здесь она должна выдавать чудесные циферки. Единственное, если... Я думаю, станет не будут. О, посмотрите, что. Обалдеть. Жестко. Реально жесткое. Единственное, видите, стан и сливается. Максимальный прорыв у нас. То есть она сейчас у нас на максималочке. Ну, конечно, выдает она жестко. Стан. Обалдеть, посмотрите, какой у него там урон. Да и скорость атаки, в принципе, у нее приличная. Давайте попробуем вместо ремки. Поставим железную волю. Посмотрим, что сейчас у нас будет твориться. Ну, теперь ее не застанет, то есть тут уже... Смотрите на этот урон. Обалдеть, что она чудит. Вот это да. Ограничение урона входящего 2000, как видите. Все, железка пропала и... К сожалению, на этом все закончилось. Такс. Давайте теперь его немножко переоборудуем. Обратно вернем ремку. Ну, по талантам бастион неплохо и заходит. Давайте еще хочу один тест сделать. Делаем вот так, а сюда поставим берс. Можно было бы, в принципе, ой, даже можно не так сделать. Давайте поставим сюда вот такой вот вариант. Правда, не знаю, как у нас сейчас со станом будет. Нормально. Попробуем сейчас Винвиз ее запустить. Тут еще эмблемка дает атаку. Сейчас пусть ее немножко подобьют. Ну давай, уходи Винвиз. Вот отлично, блин. Она до того, как ушла Винвиз, уже всех растащила. Попробуем отсюда запустить. Ну. Фу ты, нифига себе урон.
Не знаю, мне нравится, прикольная. Конечно, она уже не такая востребованная, как раньше. Раньше она реально была очень крутая. Давайте пойдем в экспедиции. Она как и череп. Вроде и крутой герой, но со временем уже все. Так, смотритель у нас остался, ну ладно. Побежим пока со смотрителем. Смотрите на этот урон. Блин, какая-то жесткая. Реально столько урона. Знаете, она в некоторой степени круче даже, чем череп, потому что у нее нету реса, но зато у нее урон немножко меньше, но зато скорость атаки такая бешеная получается. Так, давай, уходи в инвиз. Так, заблочили череп. Смотрите, что сейчас будет. Жесть. Блин, ну классно. Не знаю, вроде ничего такого особенного нет. Но реально бомбезный герой. Вот, смотрите, ушла в инвиз. Все, жестко. Просто жестко она их. Обалдеть. Посмотрите, что она чудит. Вот единственное, что стан очень мешает. Так, ну сейчас попробуем, если повезет. Обалдеть, посмотрите, что. Ну не знаю, жестко. Очень жестко она бьет. Давайте еще разок резу. Ну, она больше для PvP локаций, то есть для фарма она не катит, но... Так, Ара заблочил. Да пофиг на Ару. Интересно, что будет на PvP локациях. Череп включился. Так, ну что, кто кого? Смотрите, ушла в инвиз. Слили. Так, ладно, побежали дальше. Здесь мы посмотрели на это все чудо. Давайте попробуем. Интересно посмотреть на шестой кошмарке. Вот 6-10. Посмотреть, как она будет здесь. Правда, ее тут слить могут очень быстро, но хотя бы посмотреть. Сейчас винвиз должна уйти. Да уходи уже, винвиз, давай. Жесть, что она чудит. У нас отхила нет. А, не, у нас есть отхила смотрителя. Ладно, идем на пятую. Блин, урон у нее, конечно, офигенный. Единственное, что если спадает щит, они попадают,
Все, это жопа. Ну, неплохо. Мне нравится, как она раздает. Знаете, поинтереснее, чем многие герои 30-ми прорывами. Так, давайте включим ремочку. Все, конечно, хорошо. Но мы идем сейчас на по локации. И у нас обновилось. Жалко. Сейчас камень только хлоп-хлоп. Жесть. Видите, срабатывает только когда видит цели, то есть ремка получается где-то на среди пути. Вот раз, включилась, обалдеть. Просто какой-то потрошитель. Так, ну реально, кто там? Посмотрите, какая скорость атаки. Что там стоит? Что это было? Какая-то странная. Так, отлично. Фух, обалдеть. Ну, Фрейю понятно, она не ушатает. Ну, блин, такие герои. Жестко. Так, ну тут она уже ничего не сделает однозначно. Жесткие типы с некросами. Прикольно. Ну-ка, хочу еще против Крона попробовать. Интересно. Что у нас получится? А, тут без вариантов, к сожалению. Так, окей, поехали на забытую. Можно, кстати, даже сделать вот такой вот и черепа с 9-м разбросом поставить. Вот у нас не будет смотрителя. Сейчас я посмотрю, но череп у нас будет забирать энергию. Так как он у нас... максимальной на девятке, а ремка, давайте такую пачку сделаем. Сейчас мы проверим, что они могут. Жестко, блин. Ну вот тут огник. Как видите, огник снимает. Ну, череп, давай. Но огник снимает, видите. К сожалению, защиту и ничего не сделаешь. Но реально, пачку разобрали вдвоем. Отдал я ваших космо. Mm-hmm.
Сейчас интересно, что тут будет. Жесть. Вот это они, конечно, долбят. Все, она слилась, к сожалению, на этой. Так, кого он бьет? Не вижу, Ронин. Кто там еще был? А, Смертушка. Такая себе жестко. Жесткая заруба. Но видите, девятый разброс все-таки кайфовая тема на героя. Затащили. Махатма, давай тащи. Так, ну давайте против Анубиса попробуем. Я надеюсь, там его отлично. Неплохая пачка была. По-моему, один панчбокс на этом, на черепе просто сносит всех. Как вам такой тандемчик? Понятно, что против топовых героев тащить не будет, но, блин, смотрится нереально круто. Паре. Так, еще один Анубис. Тыква. Нереально просто. Так, вот тут сейчас их должны слить, по идее. Накрас должен снять баф. Но он, к сожалению, не успел. Так, что у нас осталось? Третий череп остался. Обалдеть. Ну вот видите, вот почему череп стал неактуальным. Некрос снимает с него баф, и у него защиты просто нет. Из-за этого он перестал использоваться. Очень много героев, которые снимают с него. Вот так бы его, это печально. Вот так вот, ребятушки, пишите в комментах, что вы думаете по поводу героя. Ну, интересные довольно-таки герои. Давайте ради интереса еще сейчас сделаем одну тему. Хочу я вкачать берс на максималку. Многие посмотреть, что получится. Вот у меня берс есть, отлично. Пойдем просто на подземке. Еще бы нам чарку. Но это, наверное, долго будет. Вряд ли мы сейчас найдем чару. Не доспех, а этот необузданную ярость, которая увеличивает еще скорость атаки. Поставить новую эту. Представьте, что как она будет шатать. Так, пиромах. Вот даже если такую поставим сейчас. На 24% скорость атаки увеличена. Ну, давайте хоть какую-то пятерку более-менее. Так, ладно. Такс. Хорошо.
Я даже не представляю, какая сейчас тут будет скорость атаки. Просто жесть, я просто не успеваю. Фига себе, посмотрите, как оно валит. Обалдеть. Ну-ка еще разок. Нереальное валево какое-то. Вот стан, единственное, стан мешает. Вот посмотрите, что у нас с девятым берсом вытворяет. Сейчас пусть ее еще подобьют. Вот отлично, она винвис ушла по стапу. Офигеть. Это шок. Что-то нереальное, ребят. Круто. Ну-ка на пятую кошмарку запустим. Блин, жесть полная. Посмотрите, что на девятом берсе делается с героем. Да это нереальный читерный какой-то. Какая-то скорость такая. Просто жесть. Такое чувство, что она под разгоном, под тыквой сейчас. Смотрите, сколько она дамага наносит черепу. Жесть, ребят. Это Unreal какой-то, это читерство. Нафиг, нафиг тут пак с уроном. Посмотрите, что здесь делается. Ну, череп с плюшки слил. Офигеть. Круто. Реально очень круто. Шок. Легкий шок. Давайте еще разок на экспедиции забежим. Офигею, что это такое? Это просто жесть. Короче, вот так вот. Пишите в комментах, что вы думаете. Хотели дальше увидеть еще такой тест. Всем удачи, всем пока.